Команда Армель, всем привет! Сегодня 1 февраля, и по традиции мы с супругом в нашем любимом ресторане «Зеленая горчица», как бы, скажем так, отмечаем, да, закрытие месяца. Любим всегда себя вознаграждать какими-то маленькими такими приятностями. И вот это место, оно одно из тех, которые мы любим посещать. Как видите, оно наполнено еще такой новогодней романтикой, шишки, елочка, свечка, очень красиво. Как правило, в такие моменты мы сидим, общаемся, подводим итоги, планируем что-то. И вот сейчас вам я как раз-таки хотела рассказать именно о том, что закончился январь. Сказать, какие мы с вами молодцы. Честно говоря, конечно, у нас стояла очень такая амбициозная планка. Но то, что происходило в последние дни месяца, для меня это было, знаете, как бальзам на душу, потому что я поняла, что мы действительно команда, мы сплоченная, дружная команда, в которой есть взаимопомощь, взаимовыручка и общее стремление к достижению успеха. Мы с вами подтвердили результат декабря. А декабрь мы знаем, что это месяц всплеска, да, Новый год, подарки и так далее. А в январе есть общая традиция, общая волна, общая картина спада продаж во всех компаниях, и в сетевых, и не в сетевых. Январь считается мертвым месяцем, потому что 10 дней у нас отдыха, то есть этот месяц сам по себе короткий, плюс это месяц непродажный. Но вы команда номер один. Для вас эта статистика не оказалась решающей, потому что мы подтвердили оборот, мы сделали ровно такой же оборот, почти 12 тысяч баллов без нескольких единичек, да? Мы не упали в чеке, мы не упали в квалификации. А это говорит о том, что значит у нас правильно спланированная работа, значит у нас есть выстроенная система и что у нас есть правильный старт. Могу сказать, что в команду приходят очень качественные новички с правильным стартом, с правильным запуском. И при том количестве человек в команде, у нас их чуть больше 300, мы делаем миллионный оборот. Друзья, это просто невероятно. Поэтому я еще раз вот так вот лично хотела поблагодарить именно тебя, кто сейчас смотрит это видео, за проделанную работу, за тот вклад, в который несла. Отдельно хочу поблагодарить тех людей, которые в последние часы проводили 1, 2, 3 флакона и хотели помочь вот этой командной игре. Поверьте, вас ждет то же самое. Ну а впереди месяц февраль. Февраль обещает быть авральным, так как там три праздника, да? 14 февраля, 23 и уже готовится к 8 марта. Февраль – это месяц новинок в компании. Нас ждет очень скоро интересные продукты, да? И к тому же, февраль – это начало старта промоушена на Грузию. Моя семья принимает для себя решение быть там. Мы уже выполняем эти условия, да, побывать в Грузии. Очень, кстати, радовались за коллег, которые отдыхали в Сочи, видели их ролики. И вот эта вот волна позитива, командности очень чувствовалась в них. Спасибо коллеге, кто записывал такие ролики и посылал их в лидерский чат. Но в Грузию мы хотим поехать, конечно же, не одни. Мы хотим поехать с командой. Поэтому я сейчас обращаюсь к своей команде. Девушки, парни, они у нас уже тоже появляются в команде. Кто хочет поехать в Грузию за счет компании, условия более чем реальны, да, они выполнимы. Только что нам принесли вкусный ароматный чай, но я продолжу. Поездка в Грузию обещает быть шикарной. Достаточно посмотреть ролик, да, который есть на сайте компании, уже захотеть быть там. Кроме того, там будут окружать люди, успешные люди, да, единомышленники. И я представляю, какие сейчас заряженные позитивом, успехом вернулись лидеры, которые отдыхали в Сочи. И, конечно, они теперь готовы идти в бой, да?
Поэтому, друзья, определяемся с промоушеном на Грузию. Начинаем уже сегодня планировать. А когда есть четкая цель, есть четкий план, и вы готовы действовать, то все достижимо, все выполнимо. Всегда говорю, кому нужна моя помощь в планировании, всегда рядом. Я это сейчас тоже буду делать. Сама распланирую, как всегда, на своем любимом холодильнике месяц февраль, потому что все, что я планировала на декабрь, январь, оно сбывается. И вам этого же советую, да? Еще раз благодарю тебя за проделанную работу в январе. Горжусь нашей командой. Пока малочисленной, да, мы как 300 спартанцев, которые бегут в физической хорошей форме, которые захватывают этот мир, бизнес у нас растет, география у нас еще больше расширяется, да. Сейчас уже планируется поездка в Казахстан. А все мы с вами понимаем, чем шире наша география, тем стабильнее наш бизнес, да, тем стабильнее будут у нас структуры. Советую вам участвовать во всех мероприятиях, которые организует компания, потому что с тех мероприятий, в которых была я, это Ижевск и Москва, ну, мы возвращались с суперположительными эмоциями, и результат, который появляется после этих событий, он просто впечатляет. Меня впечатляет наша Федотова Ксения с Камчатки. Вообще поражает ее история приезда именно в Москву, да, за такие тысячи километров. Отважная девушка Ксения приехала, привезла подругу. А после того, как она вернулась из Москвы, она приняла решение действовать еще активнее и открыть свой мини-склад. И, друзья, она это уже сделала. Ну, это просто. Вот, понимая, что мы в такой команде, уже не страшны никакие кризисы, никакие там спады, стагнации и так далее. Мы команда. Я желаю вам продуктивного февраля. Я желаю тебе четко поставленной цели, фокусировки на результат. И поверь, он у нас с тобой будет. Мы это можем, потому что мы команда номер один. С вами была Олеся Селезнева. Судите о моем успехе не потому, сколько зарабатываю я, а сколько зарабатывают мои партнеры. Как вкусно. Все, можно идти? Спасибо. Вы доказали. Можно ли вот это получать? Ну что, всем приятного аппетита! Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.